Побратим Вадим Бурали, вертолетчик. Называется орден в кулаке. Разожми кулак сведенный, друг, товарищ. Пусть засветится эмалевый рубин. Он тебе напомнит зарево пожарищ и разорванную сталь бронемашин. Он напомнит злое небо чеквардака, догорающий на склоне вертолет. Как захлебывалась пятая атака, и как грудью кто-то лег на пулемет. Но эти за столом под образами, за скатеркой и зеленого сукна, не они тебя на рейды провожали, и не они тебе вручали ордена. Знаешь, друг, давай пойдем по ресторанам, так давно ты в ресторанах не бывал. Поглядим, как там куражатся непманы, прожигающие частный капитал. Нам испустит все грехи официантка и под вопли электрических гитар. Ты расскажешь про обстрелы на Саланге, я тебе про непокорный Кандагар. Кто-то нас объявит жертвами ошибки, кто-то памятник при жизни возведет. Кто-то в спину нам пролает недобитки, а кто-то руку понимающий пожмет. Помнишь Пашку, а Валерку из Баграма? Оба в 81-м полегли. У Павлухи только старенькая мама, а Валерка звал невесту Натали. Третий тост не прячь глаза, ведь мы мужчины. Ну-ка, девочка, неси еще вина. Звезды в рюмку по традиции старинной, так на фронте обмывают ордена. Третий тост не прячь глаза, ведь мы мужчины. Ну-ка, девочка, неси еще вина. Звезды в рюмку по традиции старинной, так на фронте обмывают ордена. Выйдем в полночь, постоим под фонарями, у бессонницы забвенья не проси. Отвези нас на свидание с друзьями, несговорчивое позднее такси. Эй, шофер, неужто мало четвертного, или слишком мы суровые на вид? Ну, подбрось нас до поселка Вострякова, постоять у краснозвездных пирамид. Эй, шофер, неужто мало четвертного, или слишком суровые на вид? Но подбрось нас до поселка Вострякова, помолчать у краснозвездных пирамид. Спасибо.